Тема 793. Обои раскраски для детей. Сразу две российские женщины, и мамы по совместительству, придумали новый товар на нашем рынке – обои раскраски. Не знаю, кто из них придумал их раньше, но сделали они это недавно. Ведь все дети любят рисовать. Особенно на стенах, потому что здесь даже наклоняться не приходится. Одна из них, Ирина Сергеева из Саратова, ее сайт, обои-раскраски.ру, объясняет, что придумала свои обои, когда увидела, когда ее маленькие детки пытаются разрисовать стену. А они все равно это сделают. Поэтому лучше изначально предоставить им готовые рисунки на стенах, которые можно раскрашивать сколько угодно и очень долго. Рисунок преднамеренно мелкий, чтобы ребенку было легко и интересно его закрашивать. Обои можно наклеить на стену, положить на стол или раскрашивать прямо на полу большой детской компанией. Не знаю, насколько хороши продажи этих обоев, прямой статистики у меня нет, но страница в ВКонтакте предпринимательницы, которая называется «Обои и плакаты раскраски для детей и взрослых», fk.com баррера обои Гуйон Байо раскраски Чейра Парентесис имеет более 18 тысяч подписчиков. Кстати, вчера, когда я посетила ее в первый раз, в ней было чуть более 17 тысяч участников. Кстати, у другой предпринимательницы, тоже производящей обои раскраски, Марии Завьяловой из Санкт-Петербурга, группа ВКонтакте тоже многочисленная, ее адрес fk.com баррера обои раскраски Чейра Парентесис, более 13 тысяч участников. Во ВКонтакте я нашла некоторое количество групп, посвященных обоям и раскраскам, их достаточно мало, около 30. Часть из них – это представительство Марии Завьяловой, из Петербурга, в других городах России, например, Фусе, Ижевске и Екатеринбурге. То есть если вы захотите стать дилерами этих обоев и плакатов раскрасок в своем городе, можете обратиться к Марии через ее сайт обои-раскраски.com. В то время как петербургская предпринимательница завоевывает Россию, ее саратовская соперница осваивает Запад. Она начала продавать свои обои разукрашки через Etsy, адрес ее магазина на Etsy. Etsy.com баррера shop баррера табечил чейра парентесис пунта. И несмотря на то, что на текущий момент у нее всего 96 продаж, но зато скорость продаж увеличивается каждый месяц, если в июле-сентябре она продавала по 6-8 штук в день, то в октябре у нее случилось уже 18 продаж, а за 13 дней ноября – уже 10 продаж. И хотя на Etsy никто не ищет Coloring Alupaper, хотя запрос Alupaper сам по себе очень популярен, ее обои показываются по поиску «Alupaper», «Обои», в тематическом разделе «Art Ampersand Cholitsky Bless». Именно поэтому обои российской предпринимательницы получают такое большое количество просмотров и нарастающие продажи. Если она будет активнее продвигаться на Запад, будет использовать хотя бы Pinterest.com и напишет страничку о себе на английском языке, то ее продажи могут увеличиться лавинообразно, если, конечно, западные конкуренты не подсуетятся. А если кто-нибудь из наших предпринимателей придумает обои раскраски наклейки, то есть обои, которые можно наклеить, разрисовать и заменить на новые без труда, без клея, то такие обои будут уходить на Etsy, на ура. Потому что такие обои продаются не просто хорошо, а очень хорошо. Только нужно будет не забыть в названии и описании товара указать слово «ремовабли» или «темпорары».